Актриса Татьяна Агафонова получила всесоюзную известность после фильма «Одиноким предоставляется общежитие». Тогда ей было всего 20 лет. После картины актрису стали узнавать на улице. У нее появилось множество поклонников, которые пытались добиться расположения девушки. Однако Татьяна решила, что лучше сосредоточиться на работе в кино. Актриса не ошиблась. После удачной роли режиссеры стали приглашать ее в фильмы, в которых Татьяна сыграла множество удачных ролей. Настойчивый характер у Агафоновой появился еще в раннем детстве. Так сложилось, что ее родители погибли в аварии. Девочку взяла на воспитание бабушка. Часто не хватало денег, но Татьяна не унывала и никогда не жаловалась. Постепенно у нее выработался стальной характер. И поэтому, когда она получила первую звездную роль, она схватилась за кинематограф твердой хваткой и решила, что это большой шанс в ее жизни. Все любовные отношения, романтические свидания были отодвинуты на второй, а то и на третий план. Татьяна твердо верила, в этой жизни ей нужно рассчитывать только на себя. В конце 80-х Агафонова сыграла в скандальном фильме «Интердевочка». По воспоминаниям актрисы, после этого фильма к ней подходили на улице люди и спрашивали: «Это правда, что вы оказываете интимные услуги за деньги?» Татьяну поражали наивные люди, которые не могли понять, что это была всего лишь роль в фильме. В жизни актриса была совсем другой. Далее у Агафоновой произошло горе. Умерла бабушка, которая заменила ей родителей. Татьяна уехала в колхоз, чтобы похоронить ее, и убитая горем осталась там на некоторое время. Вскоре ей поступило предложение возглавить колхоз. Актриса приняла его, ей нужно было отвлечься, новая должность помогла ей в этом. Она полностью сосредоточилась на новой работе, времени на личную жизнь у нее не было. Из-за стрессов и переутомления у актрисы случился инсульт, но Татьяна не сдавалась и через год восстановила способность говорить и снова двигаться. Актриса периодически снимается в фильмах. По ее словам, в ее жизни нереализованным остался только один проект – это семья и дети. По словам Татьяны, она просто не встретила мужчину, который был бы сильнее ее. С другой стороны, Агафонова признается, что и без сильного плеча она сама добилась в жизни очень многого. Актриса Зоя Буряк прославилась в юном возрасте после фильма «Холодное лето» 1953-го. Благодаря этой роли ее заметили другие режиссеры. Женщина всегда мечтала создать крепкую семью и уйти на пенсию в окружении детей и внуков. Но этой мечте было не суждено сбыться. По словам актрисы, когда-то очень давно у нее были отношения. Она забеременела, но отец ребенка сказал, что не готов брать на себя такую ответственность, так как у него есть проблемы, которые нужно решать. Зоя восприняла это как предательство. Она прервала беременность, и с этой минуты все мужчины перестали для нее существовать. Позже она очень пожалела, что решилась на этот поступок. В одном из интервью актриса призналась: однажды ей приснился сон, в котором она провожала 18-летнего сына в армию. Проснувшись, она осознала, что совершила этот поступок ровно 18 лет назад. Такое совпадение поразило Зою до глубины души. Актриса еще сильнее сосредоточилась на работе. Она много снималась в кино и играла в театре. Личная жизнь отошла на второй план. В 2023 году артистке исполнилось 57 лет. Она так и не обзавелась семьей. Все свободное время она проводит с племянниками, которых очень любит. В одном из интервью Зоя ответила, что вся ее жизнь связана с кино и театром. Это сложно совмещать с личными отношениями. Да и навряд ли найдется такой мужчина, который будет терпеть такой образ жизни. К тому же после бесконечных съемок и театральных постановок я приезжаю домой обессиленная. На семью меня точно не хватит, призналась актриса. Легендарная Фаина Раневская сделала блестящую карьеру в кинематографе. Ее крылатые фразы звучат и по сей день. Муля, не нервируй меня. Она была лауреатом трех сталинских премий и одной из самых любимых актрис Советского Союза. Но в личной жизни было все наоборот.
Раневская считала себя некрасивой. В одном из интервью она сказала: «Я влюблялась, конечно, но меня всегда меняли на женщин с маленькими носиками. Вроде уже роман, уже любовь, а потом раз, появляется соперница с маленьким носиком, и меня сразу отодвигают в сторону». В юности Фаина была влюблена в актера Василия Качалова. Однажды она дождалась его у служебного входа театра. И когда актер вышел, Раневская сделала вид, что потеряла сознание. Качалов понял, что таким образом девушка хотела привлечь его внимание. Тем не менее, этот метод сработал, хоть серьезных отношений и не получилось, но благодаря Василию актриса вошла в круг творческой элиты и познакомилась с Маяковским, Ахматовой, Лилией Брик. По воспоминаниям коллег Раневской, у нее был очень тяжелый характер и острый язык. Особенно доставалось красивым молодым актрисам. Многие считали, что Фаина Георгиевна завидовала их привлекательности. В то же время Раневская была добрым, чутким человеком. Она всегда помогала нуждающимся и могла полностью раздать свою зарплату. За долгую жизнь Раневская так и не встретила своего мужчину и не создала семью. Актрису Галину Стаханову многие запомнили по ролям бабушек. Большинство зрителей считало, что у такой актрисы должна быть большая, крепкая семья. Но в жизни все сложилось иначе. Когда-то в молодости у Галины случилась большая любовь. Она была в отношениях с известным режиссером Роланом Быковым. Но так случилось, что он бросил ее в самый тяжелый момент. Стаханова попала в кино поздно, в 43 года. Ей сразу же предложили сыграть роль бабушки. После этого она стала заложницей этого образа. В жизни Галины Константиновны была одна единственная большая любовь – Ролан Быков. Пара жила в коммуналке. Режиссер не спешил делать предложение своей возлюбленной. К тому же, по воспоминаниям Галины, Ролан был очень любвеобильным молодым человеком и не пропускал, что называется, ни одной юбки. К тому же он часто выпивал, и девушке приходилось брать такси и вытаскивать его из разных мест. Однажды, когда Галина заболела, врач сделал ей неудачный укол. У нее начался сепсис, после чего ее увезли в реанимацию. В больнице выяснилось, что девушка беременна. Из-за тяжелого протекания болезни ребенок не выжил. Галина полгода провела в больнице. За это время Ролан навещал ее всего один раз. Пока девушка выздоравливала, ее возлюбленный закрутил роман с другой женщиной и ушел к ней. С этого момента Галина решила, что никогда не будет строить отношений с мужчинами. Она полностью погрузилась в работу, но мысли о материнстве не покидали ее. Тогда актриса решила, что родит ребенка, не выходя замуж. Отца ребенка она выбирала несколько месяцев. Выбирала из двоих, от кого зачать, не зацикливалась на том, что мужчина женат. В 75-м я родила Машку. Галина Стаханова ведет скромный образ жизни, живет в небольшой квартире в Москве. В быту артистка неприхотлива, а в общении доброжелательна.